В эту субботу «Тотальный диктант» в Сыктывкаре. Мне, как человеку, который работает в образовании, к сожалению, приходится читать очень много опусов тех, кого мы учим. И подчас такие бывают ошибки, что, честно говоря, думаешь о том вообще, как это возможно. Я приглашаю всех студентов Сыктывкарского лесного института, преподавателей и сотрудников, которые смогут найти всего один час своего времени в субботу 6 апреля прийти в Сыктывкарский государственный университет и вместе с студент рядом с профессором, профессор рядом с дежурным по зданию прийти и проверить себя. Акция пройдет в корпусе Сыктывкарского государственного университета по адресу улица Катаева, дом 9. Начало диктанта в 15:00. Организатор Сыктывкарский государственный университет. Генеральный информационный партнер проекта – агентство БНК.